Премьер-лига.ру. Twitch TV, Премьер-лига.ру. У меня комп нереально лагает из-за того, что у меня два стрима запущено. Я выключаю свой стрим. Давайте, я надеюсь, что вы все-таки найдете мой стрим. Премьер-лига.ру. The Премьер-лига.ру. Везде этот плеер висит. Про Dota, Контакт, везде он есть. Все, выключаю стрим, поехали. Так, я сейчас даже в Твиттере еще на всякий случай отпишу. В Steam-группе. Надеюсь, я там сильно много не пропущу. Так, сюда. Steam-группа, группа. Запланировать события. Где запланировать события? Планировать. Так. Сохранить. Все, что было в моих силах, я сделал. Но Empire TV, если админы слушают, я вас умоляю, сделайте, пожалуйста, плеер там сами. Боже ж ты мой, 7-5, только что сделали минус 3, товарищи 3D. Судя по всему, они до этого проигрывали со счетом 4-5, а теперь сделали минус 3 и выигрывают со счетом 7-5. Давайте пройдемся по вообще тому, что происходит здесь в данной карте. Дред на Рубике. Тут лолик Doom, ого, Doom, вот это прикол, шарфик, Storm Spirit соло на котле, Nexus, Lancer, у Fnatic, Fly, Майшникель, Zombire, Notale на визаже, Trixella, Darkseer и Хани на лондруиде. Вот такие, короче, пироги. Все, я на месте, все отлично, все хорошо. Успели, все-таки успели. Боже, я не знаю, каким-то чудом получилось все-таки докомментировать ту игру. Virtus.pro Empire тоже очень интересная была игра. И не хотелось ее, конечно, пропускать, но вот успели, отлично. И здесь все самое интересное в разгаре, 12-я минута игры. 7-5, пока наши ребята выигрывают. Надеюсь, что выиграют. Это первая игра, счет 0-0. По системе Bo3 проходят игры на Премьер-лиге. Поэтому тут мало выиграть одну игру, нужно выиграть две карты. Лолик. Так, а вот оно нападение. Ну, Хани довольно плотный. Тут, конечно, тяжеловато его будет быстро убить. Довольно долго они его пилят, но верно. Боже ж ты мой, Эра его заденайл. Обалдеть, у Шарфика очень мало маны. Не хватает ему маны далеко прыгнуть. В итоге буквально на один хит стопят по максимуму. Давай же, Шарфик. Он еще на развороте. Дают тычку, ставит бомбочку. Еще тычка, но отъезжает. Найкс не сплоховал. Заюзал ультимейт, но сам тоже отъехал. Дреда тоже здесь не отпускает. ТП аут, лолик успел. Ух ты, Shadow Blade. Ого. А лолик-то за 13 минут. Вот это да. Вот это Doom. Вот эта игра намечается. Я чувствую, игра будет очень жесткая. Так, я тут надеюсь, все норм. Ребята, делитесь ссылками. Я надеюсь, что вы там все-таки. Я сейчас буду в чат свой этот. Я в чат Empire, ребят, ссылку кину, а плеер поменять там, к сожалению, пока не могу. Через минуту поменяю. На следующую игру поменяю. Так, здесь опять начинается очередная драка. Ни секунды не дают нам отдохнуть. Трикси отъезжает с Shadow Blade. Этот товарищ врывается. То есть очень жесткий врыв у 3D. Ребята постоянно делают экшен, в то время как Nexus делает айтемы, которые как раз таки потом помогут затащить игру одним кликом. Это клик правой кнопкой мыши на трон врага. 11-7. Шторм опять врывается. У него что там? ДД. Ой-ой-ой, какие жесткие тычки входят в Нотейла. Ну, Нотейл тут уже обречен. Товарищ, ты никуда не уйдешь. Замедление, конечно, очень жесткое. Там у Шторма так спид снизился до невозможности. Но ДД. Оно и есть ДД. Лолик, 1000 золота сверху, помимо того, что у него уже крутые айтемы. Трикселла, арканы, тасты, ботл, Нексус.
А Nexus себе что-то тащит. Неужели диффуза? Да, диффуза. Ну, 14 минута, 15, в принципе, это нормально. Не сверх фарм. Я смотрю, его тут два раза убивали, то есть ему даже мешали. Nexus бы гораздо быстрее купил диффуза, если бы было возможно. Если бы представилась возможность такая. Хани. 10 здесь 6. Ну, пока все норм. Постоянно нагнетают обстановку, постоянные какие-то движения, драки. Вот он, шарфик, только увидел, сразу напал. Боже ж ты мой, шарфику наглости не занимает. Ну правильно, на шторме так и нужно играть. Вот главное не отъехать. Мана есть на прыжок, он вообще боится чего-нибудь. Шарфик вообще ничего не боится, а это царь. Как же он двоих-то на себя оттянул и этого товарища тупо убивает. Лансер, замечательно. Куча этих зомбарей, их можно зафармить. 6 золота, тоже норм, тоже золото. Ай да красавцы, 3D царят. Если кто не понял, это Ice Climbers, IC, Ледолазы, Dread и компания, Lolik, Dread, Nexus. Ну короче, эта компашка нас еще будет много радовать своими играми. Например, лиги. Это единственная команда, которая получила на четвертый сезон премьер-лиги. Так. Но Тейл встрял. У него есть, конечно, души, маны там не особо много откидываются. Вот эти души въехали сейчас очень больно. Шарфик не подрасчитал свои силы. Но в это время на топе пушится Тауэр. Очень побитый визаж, но все-таки выжил. Так вот, 3D единственная команда, которая получила слот на четвертый сезон премьер-лиги своим потом и кровью, пройдя квалификацию. Вот так вот. Остальные просто получили инвайты. Doom. 2100 золота. Помимо того, что есть Шторм, который вполне неплохо одет, Doom, так еще и Лансер. Здесь же еще и Лансер фармит. Самая главная проблема, самая большая головная боль для Fnatic — это Лансер. Что с ним будут делать, когда он отфармится, это уже вопрос. Смогут ли что-либо с ним вообще сделать? Убивают Рошана Fnatic. Но этим товарищам дай хотя бы какую-то лазейку. Они ее, конечно же, используют. Эти ребята своего не упускают. Прыгает. Просто так далеко прыгает Шарфик. У него есть регенерация. Нужно как-то упрыгать отсюда и использовать эту регенерацию. Далеко запрыгивает. Регенерацию сразу же прожал. Хорошо. Нормально, мана восстанавливается. Сейчас на развороте можно даже подраться. Там стенка Дарксира стоит, под нее лучше лишний раз не подставляться. Но Шарфику пофигу, прыгает практически на весь запас своей маны. Хани еле живой, у Хани есть Аегис. Размениваться, конечно, себя на Аегис, но не очень хорошо. Шарфик отъезжает, выбили Аегис. Лолик под дастами. Давай, родной, хорош. Ну тут стиками подхилился, но в любом случае без вариантов. Разменяли 2 в 1. Ну плюс еще выбили Аегис. Но Аегис это не самое крутое. Вот если бы убили, к черту Аегис, нужны киллы. А сейчас не лучшим образом на самом деле разменялись. 15-10, причем потеряли двух основных персонажей. Но опять же, не забываем, что Лансер в это время фармит. Лансер в это время фармит. Ну во всяком случае должен фармить. Нексусу не нужно отвлекаться на вот эти непонятные файты. Вот тут вот движуху от команды. О, боже, микрофон. О. Если NetPain. Вскоре, вполне возможно, у меня будет другой микрофон, более крутой. Если NetPain, конечно, сможет там как-то намутить мне его, потому что в моем городе я такой микрофон себе купить не смогу. Так. Кстати, там какой-то ролик крутой. Посмотрим в перерыве между играми. Какой-то ролик мне скинули. Надо будет его поглядеть, что там наделали. Так, тем временем отъезжает зомбарь. Опять за счет очень агрессивной игры Шарфика.
притягивают сюда Лолика под Shadow Blade. Да ладно, Хани, Хани не ушел, хорош. А как они его сюда, как он сюда попал вообще? А, телекинез Рубика, понял, Дредыч постарался. Так у него еще и вакуум, может быть даже это и не телекинез, может вакуумом затянуло. Господин ведущий-то. Кстати, он теперь уже и не господин ведущий. Даже как-то непривычно, Дред. Дред избег. Да, ребят, модерку дам. Модерку дам только в перерыве. Натейл. Ну, у Натейла пассивка не промакшена. Он вообще, вот этот товарищ Визаж, он очень плотный герой, если пассивку промаксить. На второго левела она не такая прям уж крутая. Лолик встрял под Shadow Blade, пытается уйти. И вот на развороте вешает Doom. Триксела под Doom сделать ничего не может. Драка довольно жесткая, куча зомбарей. Огромная массовка здесь. Хани получает иллюминейт, очень много дэмэджа. Хани отъезжает. Дарксир под Думом не сгорит, останется очень мало хпс. Миказма, нет, со стиков у него миказма еще не имеется в наличии, только компоненты до рецепта ему осталось, по сути, дофармить. GG пишут, Fnatic в этой игре выигрывают 3D за 21 минуту, молодцы. И сейчас